Вашингтон – столица Соединенных Штатов Америки, где начинается наш тур для журналистов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана в рамках проекта КАМЭКС – Центральноазиатской программы обмена СМИ. Вашингтон – город-символ американской государственности, получил свое название по фамилии первого американского президента Джорджа Вашингтона. Помпезный и величественный, с просторными проспектами, многокилометровыми зелеными бульварами и легендарными монументами, этот город воплощает в себе мечты американцев о свободе и справедливости. Вашингтон очень удобен для туристов. Все самые значимые места находятся в шаговой доступности друг от друга. Вход в большинство мест бесплатный. Самое знаменитое здание Соединенных Штатов Америки – это Белый дом. Резиденция по праву считается одной из главных и даже культовых достопримечательностей Вашингтона и всей страны. Белый дом расположен в правительственном квартале Вашингтона, который одновременно считается и самым туристическим районом города. Это здание не просто официальная и главная резиденция президента США. Белый дом является символом американского государства. Капитолий. Единственная достопримечательность Вашингтона, которая может поспорить с Белым домом за звание главной достопримечательности Вашингтона и всей страны. Здание Капитолия расположено в центре города Вашингтона, на Капитолийском холме, и является архитектурной доминантой города, и его высота составляет 55 метров. В Вашингтоне нет небоскребов, здания выше Капитолия строить запрещается. Каждый год Капитолий принимает не менее 4,5 миллиона посетителей из разных стран, которые приходят сюда на экскурсии. В столице расположен мемориал, трепетно любимым каждым жителем этой страны. Он был создан в честь 16-го президента страны Авраама Линкольна. Мемориал Линкольна расположен в центре столицы, в туристической части города, рядом с Белым домом, и является одной из главных достопримечательностей Вашингтона. Свыше 5 миллионов туристов приходят сюда ежегодно. Национальная аллея. Аллея, расположенная в центральной части города Вашингтон и являющаяся его географическим центром. Национальная аллея является наиболее туристическим местом города. Ежегодно ее посещает более 24 миллиона человек. Ну и, конечно же, монумент Вашингтону. Гранитный обелиск, облицованный мэрилендским мрамором высотой 169 метров и массой 91 тысяч тонн. Был воздвигнут в 1884 году в Вашингтоне между Белым домом и Капитолием по проекту Роберта Милса как памятник первому президенту Соединенных Штатов Америки Джорджу Вашингтону. Ну что ж, друзья, мы находимся в штате Вирджиния, у входа в дом-музей первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. Поместье называется Маунт Вернон. Думаю, там интересно. Посмотрим. Маунт Вернон – это дом-музей Джорджа Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов Америки. Оно находится всего в 24 километрах к югу от столицы Соединенных Штатов Америки, в штате Вирджиния, на берегу реки Потомак. Национальным историческим парком усадьба стала в 1960 году. Теперь она является вторым по популярности местом в США после Белого дома. У входа всегда огромная очередь туристов. Его посещают более миллиона человек ежегодно. Посещение музея усадьбы обойдется в $17, но бывают такие дни в году, когда в Маунт Вернон можно попасть бесплатно.
Это бывает на день рождения Джорджа Вашингтона. Усадьба и плантация Маунт Вернон занимает площадь в 169 гектаров. Это одно из важнейших исторических мест, связанных с личностью первого президента. Заслуга возрождения Маунт Вернона принадлежит ассоциации дам Маунт Вернона, созданной по инициативе Энн Кеннингхэм из Южной Каролины. Именно эта организация приобрела поместье Вашингтона у его наследников за 200 тысяч долларов. В 1858 году началась реставрация дома, чтобы вернуть ему первоначальный облик, а уже в 1860 году музей был открыт для первых посетителей. Находясь в своем поместье, Вашингтон фактически каждый день объезжал верхом свои владения в любую погоду. Так было и 3 декабря 1799 года, когда он, осматривая свои владения, провел несколько часов в седле и попал под дождь со снегом. Это привело к сильной простуде, которая перешла в пневмонию. В ночь с 14 на 15 декабря 1799 года в возрасте 67 лет он скончался и был захоронен в семейном склепе, достроенном согласно его завещанию в 1831 году, куда теперь приходят благодарные потомки, чтобы поклониться его памяти. Центром усадьбы Маунт Вернон является элегантный главный особняк, яркий образец колониальной архитектуры. Он деревянный, но отделан таким образом, что создается впечатление каменной постройки. Украшением особняка служат окна в палладианском стиле и своеобразный купол-фонарь, на котором водружен золоченый флюгер, изображающий голубь мира. Купол был источником света и одновременно служил для циркуляции воздуха в летний период. В доме множество комнат, где воссоздано убранство интерьера в стиле 18 века. Это огромная парадная столовая, которая легко превращалась в бальный зал, салон для приема гостей, рабочий кабинет Вашингтона, комната для гостей и общая спальня Джорджа и Марты. Вашингтон женился на Марте Кастис, богатой вдове, и воспитывал двух детей Марты. Своих детей у него не было. Маунт Вернон привлекает посетителей еще и потому, что здесь все время разворачиваются сцены из живой истории. Посетителям кажется, что вокруг царит обычная будничная жизнь 18-го столетия. Отдельно расположены небольшие домики насмотрщиков и рабов, поскольку Вашингтон был крупным рабовладельцем. Насколько эта достопримечательность популярна среди туристов? Усадьба Джорджа Вашингтона является самым посещаемым местом в штате Вирджиния среди местного населения и иностранных туристов. Они приезжают сюда побольше узнать о Джордже Вашингтоне и непосредственно о самом городе Вашингтон. Кто оплачивает расходы по реконструкции и ремонту работ дом-музея Джорджа Вашингтона? Мы являемся неправительственной организацией, поэтому никаких средств от правительства мы не получаем. Средства мы получаем за счет продажи билетов. На территории поместья есть кафе и рестораны. Также у нас бывают пожертвования. Вот за счет этих источников мы ремонтируем и поддерживаем в соответствующем состоянии усадьбу. Какими способами просвещаете Маунт Вернон среди граждан и иностранных туристов? У нас существует маркетинговая стратегия, которая меняется из года в год. Успешная стратегия была, когда мы использовали общественные автобусы и остановки с изображением Джорджа Вашингтона и его усадьбы, чтобы таким образом заинтересовать людей и чтобы им было интересно узнать, что существует самый первый белый дом. В Маунт Верноне можно провести незаметно целый день. А покидая его, на память можно приобрести сувениры в магазине, который находится на территории поместья. Маунт Вернон бережно хранит память о первом американском президенте Джордже Вашингтоне.
Ну что ж, друзья, мы находимся у достопримечательности Америки. Это наш второй день нашего травела. Пещер Lurin of Currents. Очень красивое место, которое привлекает к себе очень много иностранных туристов. Свыше 500 тысяч в год. Давайте посмотрим. Комплекс пещер Лурей является одной из наиболее загадочных достопримечательностей штата Вирджиния и самым посещаемым местом в окрестности города Лурей. Помимо удивительной красоты пейзажей, вашему взору открываются таинственные гроты и оптические иллюзии. Лурейские пещеры сталактитово-сталагмитовым образованием, которых около 7 миллионов лет. Пещеры напоминают собой как колесо, из центра которого пещеры расходятся как спицы. Сталактиты геологически активно растут. Где-то две трети пещеры продолжают расти. В год они прорастают на 2,5 кубических дюймов. Вода капает с потолков пещер, которые кристаллизируются и образуют такие сталактитовые образования в пещерах. В 1974 году пещеры Lurin Caverns объявлены природным памятником национального значения. Пещеры Lurin Caverns являются самыми посещаемыми пещерами США. За год под землю спускается до 500 000 человек. Они причисляются к коммерческим, приносящим значительную прибыль. Пещеры были обнаружены летом 1878 года тремя жителями этого городка. Во время прогулки группа людей наткнулась на мощную струю воды, которая вытекала из неизвестной скалы. Заинтересованные путешественники начали углублять отверстие и спустя 4 часа обнаружили вход в пещеру. Со свечой в руках первооткрыватели спустились вниз и были шокированы великолепным и слегка ужасающим видом. Перед их взорами предстали огромные сталактиты и потрясающие своды. В наши дни пещеры Лурей открыты для туристов лишь частично, но это не мешает восхищаться их красотой и монументальностью. Подсвеченные искусственными фонарями, стены загадочно играют разными оттенками цветов и создают великолепный фон для сталактитов. Самый длинный сталактит был зафиксирован 47 футов в высоту. Глубина пещер составляет 55 метров. В 2019 году исполняется 141 год Лурейским пещерам. В сталактитовых пещерах снимали много фильмов, один из которых художественный фильм «Другая сторона полночи». С 7 июня 1957 года математиком и ученым Лиландом Стриклом был создан уникальный музыкальный инструмент – сталактитовый орган. Музыкальный инструмент выполнен из камня с электрическим приводом и является самым крупным музыкальным инструментом в мире. Книга рекордов Гиннесса называет его самым крупным подземным инструментом естественного происхождения. Музыка, произведенная этим инструментом, слышна на всей площади пещеры – 64 акра. Сохранен ли первоначальный вид сталактитовых пещер? Пещеры сохранились в первоначальном виде. Мы изменили только пешеходные дорожки, чтобы посетителям было удобно ходить и смотреть на сталактиты. Пещеры имеют национальный статус, и мы не имеем права ничего изменять. В каком месте пещер нравится большинство посетителям? Это место называется пещера гигантов. Эта пещера – самое глубокое место, где находится самый большой сталактит, длина которого 47 футов. Еще один популярный зал, который называется собор, где находится орган, который является самым большим инструментом в мире. Изучаете ли вы другие пещеры мира? Есть ассоциация специалистов этого направления, которые раз в год собираются и обмениваются информациями и заметками. Вот мы, как говорится, прогулялись. Очень красивое место. Пещеры просто, как говорят американцы, very beautiful, great. Советую, штат Вирджиния, пещеры Lurin of Currents.
heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Garden of the Gods – сад богов, удивительный городской парк в Колорадо Спрингс, в штате Колорадо. Площадь парка занимает свыше 1300 гектаров. Первоначально парк назывался Краснокаменный коралл. Название парка восходит к событиям августа 1859 года, когда два местных картографа обследовали местность в связи с основанием близлежащего Колорадо-Сити. Один из них счел место подходящим для пивного сада, так сказать, пивного ресторана под открытым небом, который так и не появился, тогда как второй предложил назвать его «Садом богов». Сад богов – это городской парк, который принадлежит городу Колорадо-Спрингс. В 1970-х годах парк получил звание национального природного образования. Вход в парк бесплатный. Огромное количество туристов посещает это место, свыше 6 миллионов посетителей в год. Парк не финансируется государством, а обеспечивается за счет туристов и предоставляемых услуг турагентства, которое руководит информационным центром этого парка. Они предоставляют посетителям на территории парка магазины с огромным выбором сувениров, где каждый приезжий может приобрести сувенир на память об этом парке. А также для удобства туристов предоставляются специальные туры с гидом, который рассказывает о достопримечательностях парка. Туристы могут выбрать по желанию транспорт для передвижения по парку. Туры на Open Trolley, что в переводе означает «открытая карета», продолжительностью 45 минут, в которой 14 сидячих мест, стоит $17 с человека. Тур на джипе, продолжительностью 90 минут, стоит $60 с человека. Туры на сегвеях и на велосипедах, продолжительностью 2 часа, стоят $90 с человека. Но прежде чем использовать сегвей, туристы предварительно проходят короткий курс управления сегвеем со специалистом, работающим в парке. Stay with General Palmer, but...
Визитной карточкой парка являются скалы из слоев осадочных пород, красного и белого песчаника, конгломераты известняка, наложившиеся горизонтально друг на друга, но со временем, в результате процессов горообразования, оказавшиеся в вертикальном положении. В парке имеются многочисленные тропы для езды на горных велосипедах и конных прогулок. Извилистые асфальтированные дороги, большинство из них с односторонним движением, позволяют проехать по всему периметру парка и полюбоваться диковинными сооружениями, останавливаясь для того, чтобы сфотографировать ту или иную скульптуру. А вообще горожане приезжают сюда просто погулять. Сад производит сильное впечатление. Множество проложенных троп, с которых открывается потрясающий вид на камни и скалы красного цвета, напоминающие диковинные творения. Многие из этих скалистых образований даже получили интересные названия: «Поцелуй верблюдов», «Три грации», «Собор». И самая известная достопримечательность парка – это качающаяся скала. Скалы имеют оранжевый цвет и самые разнообразные формы, чем привлекают сюда любителей скалолазания. За парком находится национальный лес, где расположена самая высокая горная точка, называемая Пик Пайкса. Здесь же обнаружены окаменелости древней флоры и фауны. В 2006 году здесь были обнаружены останки принадлежавшему уникальному динозавру, который никогда нигде не встречался. Назвали его Теофателия Кирай. Это замечательное место для семейного отдыха и для школьных экскурсий. Посетителям здесь рады, но на них накладываются обязательства не сходить с проложенных троп и запрещаются перемещать камни или растения. Сад богов – это интересное живописное место, сохранившее красоту дикой природы. При информационном центре парка «Сады богов» работает Центр посетителей и природы. Долорес Дэвис, пресс-секретарь этого центра, рассказала, что волонтеры проводят ежедневные презентации на тему местной флоры и фауны. Выставка в центре включает геологические экспонаты, образцы местных растений и животных, а также предметы, связанные с бытом и культурой индейцев. Здесь же проводят специальные программы и просмотры фильмов, а также туры для альпинистов. Методы привлечения туристов происходят посредством официального сайта и официальных страниц в социальных сетях Facebook и Instagram, а также разные буклеты и интересные брошюрки с информацией о парке и оказываемых услугах. Эта замечательная пара Стэнли и Дебби Дэвис из штата Калифорния приехала в гости к родственникам в Колорадо Спрингс. Они много слышали о красоте этого парка и решили своими глазами увидеть его. Им очень понравилось, теперь они хотят приезжать каждый год и будут рекомендовать своим друзьям. В парке много иностранных туристов всех возрастов. Да и кроме туристов, в парк приезжают обычные семьи из соседних штатов. Сад богов Garden of the Gods – публичный парк в Колорадо Спрингс. Место, где природа вновь проявила себя во всей красе. Если вы будете в Колорадо, обязательно побывайте в этом парке. Это место того стоит. Центр подготовки олимпийской сборной США в Колорадо Спрингс разместился у подножия знаменитого Пика Пайкса в штате Колорадо. Национальный олимпийский центр – огромный спортивный комплекс, где проходят тренировки спортсмены олимпийской сборной и тех, кто претендует в нее попасть. До 1978 года здесь была база военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.
Поменяв место дислокации военной базы, была произведена продажа объекта Олимпийскому комитету Соединенных Штатов Америки, условно за $1. Сейчас в США существует 2 центра подготовки спортсменов. В городе Нью-Йорке и самый большой и известный в городе Колорадо-Спрингс. Центр организовывает специальные курсы для посетителей, чтобы желающие могли прийти и посмотреть место, где готовится национальная олимпийская сборная. Огромное количество желающих посещают центр. Свыше 150 тысяч посетителей в год. Гидами центра являются бывшие спортсмены. Экскурсия начинается с зала, где показывают специальный ролик о спортсменах и о спорте США. Майкл Бигли, менеджер по связям с общественностью Олимпийского и Паралимпийского комитета Соединенных Штатов Америки, комментирует. Для обеспечения центра комитет не получает никаких средств от федерального правительства. Все средства за счет наших доноров, американских компаний и отдельных граждан. И, конечно же, за счет средств от экскурсий посетителей, которые желают посмотреть, где и как готовятся мировые звезды спорта. Сюда приезжают спортсмены из разных штатов. Здесь они живут и тренируются, здесь они и питаются. В наши дни центр может принимать и обеспечивать до 500 спортсменов. Нагрузка, как правило, большая. Тренируются спортсмены 6 раз в неделю, по 12 часов в день. Спортсмены, которые проживают и тренируются, зарплату не получают. Они могут получать стипендии, в том случае, если спортсмен завоевывает медаль или побеждает на турнире. Сумма стипендий зависит от уровня соревнований и результатов победы. За золотую медаль спортсмен получает гонорар $250 000, за серебряную медаль – $70 000 и за бронзовую медаль – $20 000. Центр располагает 2 олимпийскими стадионами. Есть и многопрофильные спортивные залы. Имеется общий большой зал для физической подготовки. Здесь можно проводить тренировки по многим олимпийским и американским видам спорта. Также имеются реабилитационные комнаты для спортсменов, которые восстанавливаются после получения травм и после перенесения операции, разрабатывая на специальном оборудовании мышцы и суставы. В центре водных видов спорта имеется бассейн олимпийского стандарта, где тренировались многие выдающиеся пловцы и олимпийские чемпионы. Хотя Олимпийский центр Соединенных Штатов Америки, в отличие от большинства других стран, не получает финансовой поддержки от государства, на его эффективности это не отражается. Лучшие спортсмены достойно представляют страну на Олимпиадах. Thank you.
Мечта большинства американских лыжников носит название Вейл. Вейл – горнолыжный курорт в штате Колорадо. Это один из самых лучших и больших горнолыжных курортов в США и входит в пятерку лучших курортов мира. Этот курорт, где 300 дней в году светит солнце, никого не оставляя равнодушным, и самые ухоженные склоны в мире превращают Вейл в место фантастических возможностей. Красивая природа окружающих Вейл лесов, гор и долин привлекает сюда туристов как зимой, так и летом. Своим появлением в середине 70-х годов прошлого века он обязан президенту США Джеральду Форду. За несколько лет Вейл превратился в самый крупный и популярный американский горнолыжный курорт. Город Вейл, общая численность населения составляет 5300 человек. Но в пик сезона численность туристов в городе может достигать до 50 тысяч. Экономика Вейла основана в основном на туризме. Как уже упоминалось, основной поток туристов приходится на зиму. Однако в последнее время город стал пользоваться все большей и большей популярностью и в летнее время. Туристы с удовольствием любуются местными живописными пейзажами, гуляют по горным тропам, катаются на горных велосипедах и ловят рыбу. В Вейле функционирует одна из наиболее развитых в стране автобусных сетей. Автобус не приходится ждать больше 5 минут, даже в разгар туристического сезона. Положение автобусов отслеживается в режиме реального времени с помощью GPS-датчиков и передается на все остановки маршрутов следования. Поездка в пределах города Вейл бесплатна, но оказавшись за пределами города, оплата взимается. Летом же здесь проходит целый ряд различных музыкальных и художественных мероприятий, также привлекающих дополнительное внимание туристов. Среди наиболее популярных культурных мероприятий города следует в первую очередь упомянуть кинофестиваль Вейла. Это популярный фестиваль мирового уровня, который проходит каждый год. Неплохая репутация у Вейла и среди гурманов. Здесь достаточно неплохо развита кулинарная отрасль. Это охотно продемонстрирует желающему в любом из местных ресторанов. Несколько сотен магазинов различного профиля, ориентированных на удовлетворение любых потребностей в покупках туристов и гостей города. В городе действует программа под названием «Полюбите чистый город». Эта программа направлена на пропаганду сортировки мусора и вторичного использования отходов. Цель этой программы – максимально уменьшить выбрасываемые отходы, которые негативно влияют на экологию города. В 2014 году приняли постановление, согласно которому все жители, предприятия, все, кто арендует кафе или рестораны, должны сортировать отходы на пластик, бумагу, стекло и органику. За несоблюдение правил сортировки для вторичного использования прописывается штраф. На гостей и туристов штраф не прописывается, штраф прописывается на отель, в котором они остановились. В 2015 году в Вейле запретили использование пластиковых пакетов в продуктовых магазинах и ввели бумажные пакеты стоимостью 10 центов. Эти средства перечисляются в бюджет города и используют их для захоронения отходов, непригодных для вторичного использования. Вейл включает 200 горнолыжных трасс общей протяженностью более 300 километров. Самая длинная трасса составляет 6 километров. Трассы сделаны для разных категорий. Для профессионалов – трассы умеренной сложности и для начинающих. Отдыхающих обслуживает более 30 подъемников. Фронтсайд – это ухоженные трассы, спускающие в городок Вейл. Теплое время года, когда лыжные трассы становятся непригодными для катания, Вейл окружен территорией заповедника «Национальный лес White River». И тогда Вейл превращается в базу для экотуристов, планирующих пеший поход или путешествие на горных велосипедах. Вейл – это не просто всемирно известный горнолыжный курорт. Вейл – это стиль жизни, который сочетает в себе черты большого американского горнолыжного курорта с уютной атмосферой альпийской деревни. Это безупречный уровень сервиса и технологии гостеприимства, основанный на исторических традициях и самых высоких требованиях времени. Это Вейл – курорт, которому нет равных. Город Денвер – столица штата Колорадо. Это оживленный, культурный и поглощенный собой город в Соединенных Штатах Америки. Это блестящие небоскребы центра города. Здесь низкая влажность и обильный солнечный свет.
Наша группа посетила известный государственный университет «Метрополит» города Денвера, штата Колорадо, который расположился в центре города. «Метрополит» города Денвера был основан в 1965 году в качестве альтернативной школы. Университет предлагает качественное образование без высокого ценника, в стенах которого обучается более 21 тысячи студентов. «Метрополит» – единственный университет, у которого собственная гостиница и факультет обучения специалистов пивного и винного дела. В университете преподают известные ученые и национальные эксперты, и они строят практическое обучение в каждом курсе, что помогает студентам стать готовыми к карьере, которых компании хотят нанять. Каждый год оканчивают 800 выпускников из разных факультетов. Обучение состоит из 4 лет, и по окончанию выдается диплом о высшем образовании. Так как штат Колорадо – один из туристических штатов США, посетив университет в Денвере, нам было интересно, насколько молодежь интересуется факультетом туризма и насколько популярна эта сфера среди студентов. Кристина Полигрей, декан факультета туризма и гостиничного дела, объяснила, что учебная программа основана на практической основе. Программа университета уникальна и поставлена таким образом, что в начале семестра обучение проходит по книгам, и начиная со второго семестра студенты вовлечены в практические занятия. Студенты в течение семестра могут организовать и проводить мероприятия, и потом вместе с преподавателями рассматривают и обсуждают результаты своих работ. Студенты, которые учатся на пивоваров и специалистов винного дела, тоже варят собственное пиво и консультируются с преподавателями, которые оценивают сваренное пиво на качество. Число студентов, которые хотят заниматься туризмом, с каждым годом растет. После окончания университета студенты в основном выбирают и работают в направлениях устойчивого туризма и экотуризма. У университета есть партнеры компаний, которые обустраивают студентов работой по рекомендации университета. Одной из целей университета – расширить число зарубежных студентов, которые поспособствуют расширению и углублению учебного процесса. Туризм Соединенных Штатов Америки является крупной отраслью экономики, которая каждый год предоставляет услуги миллионам туристов, как из-за границы, так и из самих США. Туристы приезжают в США, чтобы посмотреть на города, природу, исторические памятники, а также посетить различные достопримечательности и места развлечений. Количество туристов, приезжающих в США, с каждым годом увеличивается. Последние годы, по официальным данным, различные штаты посещают свыше 57 миллионов человек в год. Жители Соединенных Штатов Америки совершают путешествия для того, чтобы добраться до места проведения отпуска, увидеть природные достопримечательности страны, посетить известные города, увидеть достопримечательности, связанные с историей Соединенных Штатов Америки, и провести время в развлекательных центрах. В Америке есть как и природные, так и искусственные туристические достопримечательности, которые внесены в список объектов всемирного наследия. Являясь разнообразной страной, Соединенные Штаты Америки привлекают как местных, так и международных туристов своими удивительными туристическими направлениями. Соединенные Штаты Америки идеально для различных туристов со всего мира, и в любое время года можно найти занятия по вкусу. Ну что ж, туризм Америки очень многообразен и очень-очень интересен. Рекомендую. А я снимаю свой бейдж с надписью «Пресса» и лечу себе на родину, в родной Таджикистан. До новых встреч!